Так, ну-ка. О, все. Отлично. Я в сети. В сети. Всем привет. Всем привет, ребят. Ну что ж. В последний раз мы собрались в этом году на финальном этапе Кубка G-Drive. Три этапа позади. Остался последний. Да, привет, Саш. Так. Я сегодня пораньше начал, потому что... Как-то я так до этого начинал прямо во время брифинга. Неудобно было. Все, отлично. Так, я хочу музыку, но я понимаю то, что музыку нельзя слушать на Ютубе, поэтому я включаю No Copyright Music, потому что без музыки это грустно. Поехали. Первое. Самое. Да. Вот такие дела у нас. Вот. Как бы... Пятое место. Такие себе дела. Короче, ситуация такая. Мне, чтобы выиграть чемпионат, выиграть титул, нужно приехать минимум восьмым. И это... Жесткий дабстеп. Минимум восьмым, это учитывая факт, что если Шеверталов приедет первый. Если Шеверталов приезжает первый, мне надо хотя бы приехать восьмым в гонке. Что, с одной стороны, звучит как что-то легкое, но как только... Так всегда, когда... Ты понимаешь, что вот оно почти здесь, вот ты его уже почти заработал, ты уже почти выиграл, обязательно появляются нервы. Хотя надо всего лишь доехать. Поэтому это может и звучит, типа, приехать восьмым легко, но в гонке может произойти все, что угодно. И главное не убить машину, поэтому. Чем ситуация в конце прошлого этапа закончилась? Да ничем. Шеверталову дали 5 секунд. Еще дали 15 секунд Черепенину, и все. Я в итоге... Мне отдали победу. Все. Больше нечего сказать по этому поводу. В смысле? А что в смысле? Данилу за что? Ну, там. Мне очень долго объяснять. Меня больше напрягает, что у нас, как бы, у нас всего 10 минут до квалы. Десять минут до квалы, у нас 18 человек на... Восемнадцать человек всего на сервере.
Спасибо, Настя. По штрафу Данила никаких дополнительных разбирательств не было. Короче, я объясняю ситуацию. Автобусная остановка в СПА. Большое торможение, сильное торможение, медленный поворот. Перед Данилой Черепениным едет Абуладзе, которого задача была такая же, как и у меня. Держать Черепенина, чтобы он не... ну, потому что у него не было штрафа 5 секунд, в отличие от Шаверталова. Чтобы тот был дальше, чем в 5 секундах от Шаверталова. Я, в принципе, то же самое делал с Шаверталовым. Я его тоже держал. Просто держал я немножко по-другому и совсем в другом месте, где... было довольно легко со мной держать расстояние, да? Я там не останавливался сильно в повороте. А Булат решил, что он будет в апексе поворота медленного ехать на 17 км в час медленнее, чем он едет обычно. И делал он это 3 круга. И на 3-м кругу в него ударился Данила. Судьи сказали то, что, слушайте, ну... Он делал это 3 круга, за 3 круга ты должен был адаптироваться к его скорости в апексе и должен был ожидать то, что он поедет с этой скоростью. С чем в целом я согласен, но другой факт, что сзади Данила ехал Сакоманник Абуладзе, вплотную Быков, ехал в его бампер прям. И получается, Даниле надо было смотреть вперед, чтобы не въехать в Абуладзе, который едет на 15 км в час медленнее в апексе поворота, просто, ну, просто так. И смотреть еще в зеркала, чтобы ему Быков в жопу не дал. Ну, как бы не справился пацан. Помянем. Поэтому... Ну, короче... Такая вот ситуация. 17 человек сейчас на сервере. А, нет, 18. Ну, обидно, да. Даниле, чтобы стать третьим в чемпионате, нужно выиграть гонку, и при этом Абуладзе должен приехать четвертым. То есть, ну, тяжело будет, но шансы есть. Давно тебя не видели, Twitch совсем забросил. Я не дома был, не в Москве. Я был в Таганроге всю неделю. До этого был дома, но... Мне как-то тяжело... Не знаю, тяжело найти мотивацию стримить. Мне очень нравится стримить, это очень классно, но это... Очень много времени занимает, и очень сильно устаешь, потому что всегда надо следить, что ты говоришь, как ты выглядишь, ну, что ты показываешь, и утомляет немного. Поэтому, но я обещаю, камбэк года будет. Возвращение стримера будет очень скоро. Как настроение? Пока хорошее. Что скажешь по F1? Бодренько и коротко. Ну, наконец-то мы посмотрели сезон, который было действительно интересно смотреть в плане борьбы за титул. И просто после того, что мы увидели, вспоминаешь, что... Когда есть борьба за титул, F1 играет совершенно другими красками. То есть то, что мы видели, начиная, ну, 17-й, ладно, нет, но... Ну, отчасти уже 17-й, наверное, там, с 18-го по 20-й год, это не... Это что-то не то было совсем.
А вот в этом году было действительно интересно смотреть. До этого я смотрел Формулу-1 4 года, начиная с 17-го, просто потому что это F1 и потому что ее надо смотреть, ну потому что это F1. А в этом году я ее смотрел, потому что мне действительно было интересно. И, ну, ни одна другая серия таких эмоций не давала мне никогда, поэтому... Так и не дождались алкострима на конец сезона, ну... Мне такое нельзя здесь говорить. Ой, у нас брифинг. Брифинг. Извиняюсь. Что по решению в гонке, когда был контакт в автобусной остановке? 5 секунд Алиш вертал за то, что он на меня руль поворачивал. Ты мой фанат, мнение дилетанта. Нет, я тебя знаю, не ври. Ты троллишь. Ну а по решениям в последней гонке, что скажешь? Интересно твое мнение от первого поворота до последнего. А, ты про Абу-Даби или про Спа? Что-то я не понимаю. Я считаю, что это неправильно, что 5 сек дали, иначе ты бы его вывез. В смысле вывез, не понял? Почему я должен был его вывезти? Мне надо 8-м приехать, если Шверталов выиграет гонку. Насчет Абу-Даби? Не знаю, ничего не хочу говорить. Без комментариев. Насчет Абу-Даби? Кто там ошибся, кто не ошибся, кто себя повел некрасиво, не знаю. Я, если бы я прочитал весь регламент F1, все правила, перевел и прочитал, и ознакомился хорошо, я бы, может быть, ответил. Но... Я просто туда не лез с задачей посмотреть, как бы обязаны ли круговые машины обогнать сейфти-кар и вернуться в круг. Обязаны ли они это делать всегда или не обязаны, не знаю, я не читал правила, поэтому не могу ничего сказать. Привет, я твой фанат, знаешь, если такие... такие подарочные карточки команд с подписями пилотов, нет у тебя случайно... Сейчас. А, нет. Были где-то здесь. Нет. Они где-то есть, зато матрешка есть. Но это еще старое. Это еще 2018 год. Брифинг начинается, я только никого не слышу, правда. А, он реально начинается. Да. Так я ровно надел. Ой. Извиняюсь, минус уши. Да, Даниле тоже дали штраф. Забайтился, но ты... А, Дима! Я не узнал.
Ты в Шикану позже повернул направо, а он слева был. Если бы ты повернул, когда нужно, он бы не врезался в тебя. И ты чуть прямо проехал и потом право взял. Мне на это... Что? Ну, слушай, а почему я не слышу? А, я звук выключил. Поэтому призываю всех быть осторожнее, особенно на первых кругах. Гонка у нас длинная. Самая длинная в чемпионате. Сейчас 30 гонка, я напоминаю. У нас в Монце 2,5 тесных шиканы. Прошу вас помнить, что если перед вами две машины параллельно пытаются в такую шикану запихнуться, то одно из двух произойдет. Они либо столкнутся, либо очень сильно замедлятся, чтобы друг другу место оставить. И в обоих этих случаях, скорее всего, вам тоже придется замедляться сильнее обычного, чтобы это не стало для вас сюрпризом. По поводу самой трассы. Значит, границы у нас, как всегда, обозначаются белыми линиями. При обычной езде мы полагаемся на симулятор, который будет вам выписывать предупреждение за срезки при выигрыше времени. Но... Напали на судью. Но есть у нас старт-финишная прямая, где есть линия справа, и за этой линией есть пространство до питвола асфальтированное. Так вот, это пространство не является частью гоночной дорожки. Вы можете туда выехать, если для объезда какого-нибудь там завала на первых кругах, но если в борьбе ваш соперник занимает крайнее правое положение в этой линии, то еще правее к питволу лезть не надо. А если вы все-таки залезли, то вас никто не должен пускать обратно. Да, там в заложниках держат ребенка. Чтобы влиться. Тут такое можно говорить, слава богу, это не твич. И еще раз напоминаю про белую линию на выезде из питлей. Тут выезд прямой, не так как в СПА. Надеюсь, проблем с этим не будет. Но линия эта длиннющая, почти до первой шиканы, и на всем ее протяжении ее пересекать нельзя. Под пересечением поднимается касание ее любой частью автомобиля. То есть даже если вы там колесиком на 1 сантиметр ее задели, это все равно нарушение. То же самое относится к въезду на питлейн. Там перед разделителем такой островок безопасности зеленым закрашенный, его трогать тоже нельзя. На его конце стоит зеленый колышек, вот вы должны попасть в коридор въезда до него. После этого колышка заезжать на питлейн уже нельзя, это будет нарушением. На этом у меня пока все. Хороший пиар. Ответить на ваши вопросы. Вопросов нет, видимо. А, нет, есть. Насчет фотокарточки, они у меня есть. А у меня их просто не очень много. Я их брал, чтобы сделать розыгрыш на Твиче, который я собирался сделать еще 10 лет назад. Если последовало, то приглашаю всех по машинам готовиться к квалификации. Я, если что, стрим подрубил, так что аккуратно. Надеюсь, не Твич? Не Твич. Но канал не мой, поэтому... Ладно. А тут эскейп можно. Да, только не на траектории. Там не на трассе, по-моему, говорили. Да. О! Спалил аэродинамику. Все. Все. Все узнали. Все узнали, все секреты узнали.
Ну не, ладно, я думаю, каждому человеку понятно, то, что в Монзе надо ехать на нулевой высоте и на нулевом крыле. Я ничего такого не палил, все нормально. Я уже навелся на давление, на префайре настраивать. Думаешь, хорош. Другая погода будет? Ну, если там 39 градусов будет, я чуть подниму на один клик. А что, в смысле, когда старт официальной трансляции? Или я провафлил? А ее не будет. Отменили. Интересно, да. Ну не знаю, может поэтому у нас квалы не начинается. Хотя вот он сказал 2 минуты. Ну просто не на Твиче, не на Ютубе, нет? Ну заминка может. А если кто-то подсмотрит так сетап, можно ли это считать промышленным шпионажем? Мне же его сам показал. Никто же не взломал мой компьютер и там не скачал все сетапы с моего компьютера. Я сам показал. Мне непонятно было, спасибо за сетап, лошара. Кирилл, можешь на кнопку поставить, пожалуйста? Понял. Душнило, смоллер душнило, просит на кнопку микрофон ставить. Чё, реально официальной трансляции нет? Ну ладно. Какой у меня руль? У меня Simucube. О! Какая же погода? У меня Simucube 2 Pro и руль. О, запустили. Неужели? Все, ребят, всем удачи. Да, удачи. Давай. Макапкин, кстати, в питах быстро поехал. Они уже говорили то, что они ничего не могут дать по этому поводу. А, ну и ладно. Просто могут предупреждение дать, поэтому не делайте так лучше. А, руль у меня Cube Control, Формула Pro. Так, Саш, если что, я включил его быстро. Хорошо. Формула Pro. Ну, короче, все Pro. Pro Edition. Максимальный профессионализм. Саша, едь. Окей. Олег, ты можешь чуть газ отпустить? Пожалуйста. Да. Ну я тут, ну ладно. Нормально? Да-да. Херкулёв, спокойно, пожалуйста. Не нервничай.
CC момент. Нет, Симкуб 2. Давление адское просто. Я, пожалуй, здесь пропущу. Окей. Если что, 7 ВР просто огромным провозом едут. Что 7 ВР? Они выстроились в провоз и едут. Ну, понятно. Там короче, у меня сейчас круг говно, поэтому... Данил, у тебя хороший круг? Ну такой, но если вы мне дадите слепстрим, я думаю, будет нормальный. Просто... На следующем круге слепстрим? На этом я просто не дотягиваюсь. Да. Давайте тогда я почему-то на выходе потерял. У меня давление плохое, поэтому я... Да, у меня почему-то очень высокое. У меня тоже. Да, без слепстрима делать нечего. Что ж? 50-ки. Так, капец, я слил. Позор, просто позор. Просто 30-ки выкинул в помойку просто. Все, я сейчас заезжаю. Давай. Я мог и 9 проехать. Я не знаю как. Я не знаю. Я просто 30-ки выкинул куда-то на последнем секторе. Сейчас я давление. У меня давление адское просто. У меня тоже было, я не знаю, что. Так.
Сашка, готов будешь? Да, сейчас, секунду. Все, я готов. Сейчас я не хочу на время смотреть. Гоняешь? Ну, я грею, поэтому... Ну, там, перед последним поворотом чуть скинь. Понял. У нас резина. А что, ты нормально все? Что случилось? Я не знаю, Сань. Ладно, не нервничай. Нормально? Пропускай меня перед торможением прям и едь за мной оставшиеся круги. Саня, давай. Не делай херню, пожалуйста. Сбавь чуть, Саня, если можешь.
дело закончилось. Лёха, это чё? Что это? Лучший друг просто стоит на торможении, капец. Классно. Ладно, окей, последний друг. Ты улучшаешь, Данил? Нет, мне Лёха. Да, мне тоже. Мешал сильно. Вы видите топ-2? Да. Да, да, да. Но не повезло друг. Меня в параболике занесло на выходе. Да, Лёха, красава. Я 4 десятки, что ли, лёс, или 3,5. И в итоге 11. Саш, ты будешь включить звук на стриме? Да. Грида. Окей. Три сотки. А. Ну и ладно. Окей. Так. Если бы меня не занесло.
Если ты понял, о чем я. Правый бублик, да? Да. Нам надо просто аккуратно, красиво и очень хорошо проехать гонку. Все. От нас больше вообще ничего не требуется. Тайминг мертвый, если что. Окей. У меня только трансляция. Сколько у вас до начала? 30 секунд. Понял. 10 секунд задержки. Развитие. Ой, осуждаю. 30 секунд. Так. Так. Дим. Дима или Ваня? Кто-нибудь скажите, что Лёша сделал? Вы же наверняка у него на стриме сидите. Так, я спущу сейчас в нижний дискорд и вернусь к вам. Так, Шерталов и Буладзе, первый, второй. Мне надо приехать минимум восьмым. Это не значит то, что я сейчас буду пропускать всех, но просто мы понимаем, что есть шанс очень много проиграть, поэтому я глупости делать не буду. Нервы, нервы, нервы есть. Классно. Классные эмоции. Когда переживаешь просто за результат отдельной гонки, это не то. Когда на кону титул, вот это другое ощущение. Классное такое. Сейчас мы просто ракета прилетит в первом повороте. Олег, если чё, если место будет снаружи, я поеду, поэтому, имей в виду, что оставляй мне место. Я не буду тебе давить, но если будет возможность, я полезу, имей в виду. Потом разберемся круга через 3-4, если вдруг я там тебя обгоню, и ты будешь быстрее. Не, я уверен, что буду быстрее в слипе, то уж точно. Хотя, не знаю, вообще посмотрим. Ну, сейчас мы все разложимся. Я не допущу такого. Егор, пятый. Егор может там начудить, но не знаю. Я не знаю, что у них там в голове уже, я гадать не хочу. Так, все, я с вами. Удачи, ребят. Спасибо. Давайте, ребят, всем удачи. Данил, спокойно. Я понимаю, что обидно, но спокойно, доезжай. Всем удачи. Давай, Олег, удачи. Удачи. Олег, Саша. Просто будьте готовы к старту. Окей. То, что может произойти все, что угодно. Окей, я готов. Все, верю вас. Удачи.
Что? Олег, а у них явно другая тактика, имею в виду. У них топлива сильно мало. А, Саш, они просто пытались друг друга пустить, забей. Окей. Не, у них разгон, по-моему, был похуже. Они срезали и пытались сделать так, чтобы ничего не выиграть в итоге. И перемудрили сами себя. Короче, ладно, едем. У меня топлива очень много. Относительно их. Хороший старт, да. Вдвоем просто. Прямо. Забавно. Саш, они знают про пидстоп, если что. Окей. Я могу его поддерживать. Не-не, не надо, не надо. Езжай, если он будет быстрее тебя, тебе лучше его пропустить на самом деле. Потому что нас догонят и схавают. А, да, не, Олег, информация такая, они будут просто брать вас в коробочку и не давать вам атаковать. Просто для информации. Вот. Я все сказал. Коробочка, честно, Need for Speed. Полицейские в коробочку нас забирают. Об стену. Не, им не будут штрафы давать. Тебе лучше крыться.
никак не могу уехать. Кирилл, ты можешь как-то узнать, сколько у них топлива? На данный момент, не знаю, сейчас посмотрю. У Егора 74. Прям сейчас. У других не знаю. Расход такой же, как у нас. Да-да. Ребят, сейчас напряженная ситуация, я не могу отвечать на вопросы. Хорош, Саша.
все в порядке. Просто пробую ехать. Легкий фокус. У меня топлива слишком много, чтобы его держать, он меня проедет. Ты сейчас в паровозике. Ты доехал до него. Я не могу никак Кирилл обогнать Содорова. Я не могу, у меня ощущение, что у него топлива меньше, я не могу просто. Это да, вопрос. Это же никак. Где-то, я думаю, это 7 подписчиков. Что это? Что это? Ну... Блять, что он делает? Придумывает у себя в голове, я не знаю чё, зачем. Просто человека попускаю. А он, наверное, подумал, что мне слепстримы хочется взять. Так, ладно, Саш, я... есть мнение, что они едут в притирку. В смысле в притирку? Дай стик. Когда... Тихо, я понял. Сам виноват. Он меня убить хотел или что? Да.
скорее всего. Блять, во что превращается эта гонка? Опять! Блин, ты не виноват. Просто держи в курсе. Во что это превращается? Ладно, все. Нет, там некуда деваться было. Как много здесь? Да, делай все, что в твоих руках. Не рискуй, но делай максимум. У меня 12 секунд ремонта, кстати. Ну... Тут без комментариев. Давайте, пожалуйста, доедем чисто, хотя бы до конца. Я понимаю, что не вы... Может быть, не мы виноваты, но... СМП Racing Esports и Simway RFDS опять напились и... Олег, ты сейчас будешь быть вроде. Просто держу в курсе, они будут тебя пихать, толкать, все что угодно с тобой делать. Просто будь готов к этому. Ну я там точно не виноват? Точно не говорю. Фига мне. СМП Racing Esports и Simway RFDS опять напились и по пьяни сцепились. Там кат? Да. Лежи, просто держись. У меня нету максималки. Просто абсолют анимал. Олег Жолобов. Абсолют анимал. Дань, как дела? Нормально. Да погоди. Я ж там, ну, нормально все. Да-да-да-да, он сам ушел. Не, я про... Они прямым текстом готовы убивать тебя. Да, он что, не едет. Ну, делай... Сохрани фокус, от тебя больше ничего не требуется. Кирилл, я хочу бокс. Сколько мне топлива надо? Сейчас не хватит, наверное. Сейчас я тебе скажу. На часть должно хватить. Сейчас я тебе скажу. Тебе не хватит, Данил. Шерталофон. Тебе надо еще литров 30 сжечь. Или 25 где-то. Я пущу швертала, потому что он меня убьет. Он меня уже чуть не убил. Он прям мне неадекватно едет, очень неадекватно. Ну ты с одной стороны можешь воспользоваться, он тебя уберет. Надеемся, что не смертельно, и ты, может быть, приедешь где-нибудь высоко, а он получит штраф в размере там ДТ, может быть, какой-нибудь. Ну, короче, смотри сам. Усвоил. Ребят! Они просто впереди тебя, как бы, ну, сам понимаешь, что там происходит. Я хочу их андеркатнуть. Я кроюсь. Ну, блин, ну это...
три десятки на прямой. Так нечестно. Я предлагаю тебе заехать, Дань, где-то на 55-й минуте. 55-58. Кирилл, можешь меня замутить буквально на несколько кругов? Ребят, если есть такие люди, которые думают, то что Олег сделал это специально, до гонки я никому не сказал, я бы никому в жизни бы не сказал убрать другого пилота специально. Поэтому если вы думаете, то что у нас был договор, то что Олег уберет Шеверталова, то это, вы ошибаетесь. У нас не было никакого договора, мы ехали сами... по себе. Олег борется сам за позиции в чемпионате, и как бы это его дело обороняться. А что там было, я не знаю, я не видел. Виноват он или нет? Как скажешь. Я за чистые гонки. Меня правда очень... Меня очень раздражает. Мне очень неприятно внутри сейчас. Его убили, по-моему. Нет. Как же он обороняется, это жесть. Мне очень внутри себя неприятно, что такое происходит. Я правда за чистые гонки. Мне очень жаль, что спа повторяется. Да я просто не хочу, чтобы люди думали, что мы какие-то грязные игроки там. Ладно, короче, после гонки. Олег просто мутант. Я с этого момента перестаю называть себя мутантом и называю Олега. Он официально забирает эту возможность становиться мутантом. Человек с дамагом в 12 секунд уже 5 кругов держит толпу разъяренных симвейровцев. Поэтому я сейчас хочу, ну, надо уезжать в любом случае. Потому что... Я не знаю, какая у них тактика, понимаете? Все еще неизвестно. Я молчу, все.
Все, прошли его. Ну, он красава, конечно, просто, ну... Я даже не... Потому что он мне помогает. На машине с дамагом 12 секунд обороняться. Я представляю, как... Что у него там в зеркале происходит. Там 6 машин, 7 вейера за ним едут. Красава. А, он обратно вернул. Окей. Где? Он честно там борется? Задних колес вообще нет. Жесть. Всего за 30 минут. Данила заехал. Не минус. Он пит сделал. Тут надо пит делать гонки. Потому что гонка час 30. На одном баке не получится проехать. Так, пока все хорошо. Да, если заправляться на час, то хватит.
Ну, в моем темпе едет. Сейчас, ну, Шеверталов пятый. Ну, по сути, да. Но Даниле будет очень тяжело. Саш, по пету придерживаемся плана. Окей. Что по штрафам? Есть что-нибудь? Нету. Ну, они сказали, что гоночный инцидент или потом будут решать? Я в душе не знаю, честно. Ладно. Я не понимаю, почему Данила Беслап не ставят. Не знаю. Может, ему на полном баке тяжело, наверное. .317 это кто? .317 Богородицкий минус. На 0,3 отыграл у Садырова. Как вы думаете, я могу так... Ну, я отъезжаю, потому что у меня топливо G-Drive? Как вы думаете? Загадка от Жака Фриско. Так, получается, много кто заехал, да? Так, Майеру 15. Подъехал на 0,2. Кирилл,
А, меня замутили. Я слушаю. Ты можешь рассчитать, сколько мне топлива надо? Расход 3-4, ну и темп... Да-да-да, я понял. Сейчас. Точно на этой. Да-да-да-да. Я на торможении, я просто раньше заторможу. Внутри. Я думаю, я до еще, понял. А, понял. До 95, Сань, до 96 даже. Окей, okay, это прям типа запас, это, да? Это впритык. Запас 98. Окей, okay, я понял. Спасибо, Олег. Тебе мут или оставить? Да, оставь. Окей. Okay. Но это если я прям сейчас заезжаю, правильно? Да-да-да, это я от 50. А, окей, okay, но у меня еще 11 литров есть. То есть, короче, если я 90 залью, это запас будет прям. Учитывая, что у меня сейчас 11 литров. Да-да. Окей. То есть, ты, типа, ты через круга 3, наверное, да? Да. Не знаю, мне с огромником, наверное, не стоит бороться. Надо бороться. Ладно. Сейчас главное вопрос, где Сагарник выйдет. Не, просто если я заберусь с ним, то я могу потерять много позиций потом. Не, пускай лучше едет. Если он не глупый, то дальше он проходить не станет. А, не будут мне бежать, я думаю, специально. Ну, я в любом случае от него не отстану, так что, если что, я заатакую. Ты что, не... у них у всех тоже есть небольшой дамаг. Ты не чинил машину, да, Олег? Да. А, Данил, так ты перед Шеверталовым? Да, он перед всеми. У нас тактика работает. Он в теории даже должен перед Садыровым выехать. Ну да, да, просто да. Резина умирает за 30 минут, прям говно, поэтому тяжело под конец будет. Да уж, у меня что-то возникли некоторые проблемы, чисто за ним удержаться. На меня направо не поворачивает и на прямой не едет. Я тебе поэтому говорил, что впереди остался. Конечно, надо было чиниться мне. Нет, ты все правильно сделал. Чел, не задумывайся сейчас. Это бесполезно. Надо выжимать максимум из того, что мы имеем. Кирилл, можешь мод кинуть ненадолго? Понял.
Бокс-бокс. Так, 90 литров залил, залил. Даже это многовато будет. Резину меняю. На всякий случай выберу. Давление подкорректировал. Все. Тумблеры перепутал на руле. Ладно. Рискнул с бензом? Почему? Не. Я 90 заливал на старте, плюс прогрев. И мне ровно до половины хватило. Сейчас заливаю опять 90. Так что с запасом большим залил. А Данила борется. Реальная позиция в гонке, но пока первая. Пока доезжаем. Меня, естественно, Огородников догнал, потому что он на новой резине там раньше. Он раньше в пит заехал, поэтому... Садрыв, походу, полный бак залил. Стоп. А Бентли случаем не может на полном баке? Полную гонку проехать. Можно попробовать, пока резина живая, бы слаб поставить. Сейчас она прогрелась. Давай, спокойной ночи, спасибо большое.
А за что удалили канал SMP Racing на Твиче? Если Твич забанил SMP Racing канал? А. Я догадываюсь, почему. У отца 33-й ГТР не остался. Да нет, еще давно уже нету его. Он его еще продал, когда я в Питере жил. Ну, если мне не изменяет память. Мне тогда вообще мелкий был, поэтому... Я не уверен, что 33-й ГТР вообще живой этот. Мне вроде как... Ну, это тоже очень давно было. Мне вроде отец рассказывал, что вот тот владелец, который купил этот ГТР, а потом его продал, и еще один владелец его разбил. Ну, короче, там такая судьба у ГТРа. Ну, я могу ошибаться, я что-то такое помню. А так нет. Уже давно нет. Но Twitch может забанить за то, что ты стримишь и на Twitch, и на YouTube одновременно. Но вроде так банят только партнеров Twitch'а. То есть вот у меня партнерка на Twitch'е есть. Я, по идее, не могу стримить одновременно, ну, делать рестрим. Но, как бы, обычным каналом я не знаю. Может, я не знаю, может, у меня какие-нибудь технические проблемы, я не знаю. Я хотел бы слаб поставить, кстати. Помните, я говорил? 38-я машина, 5 секунд. Кингу. Такая судьба у каждого второго ГТРа. Вот Кинг дает, конечно. Пересек линию питлейна. Понимаете, Садыров до сих пор едет. Меня напрягает. Бентли может реально полтора часа ехать на одном баке? После питов, возможно, ты второй будешь. 10 всех запас, окей.
Саша, проблема в том, что Садыров, скорее всего, залил полный бак и будет ехать без смены резины. Я это уже понял, да. Все. Тебя оставлять или мут? Не, мут. Понял. Сколько огородников прыг? Кто не видел? Я только глаза опустил, уже время пропало. Не увидел. Восемь, семь. Проиграть не хочется. Вообще не хочется. Что ты будешь делать? Не, Огородникова не надо, я уже все, мне один круг надо было узнать. Бентли бак 500 литров. Восемь колес, да. Thank you.
Это я не знаю. Оно еще едет, блин, на старой резине. На полсекунды медленнее меня всего. Оно, я говорю про Бентли. Он там в трафик, правда, встрял немного. Не знаю. Мне это не принципиально. Точнее, мне это принципиально, выиграть гонку. Это не повлияет никак на мою позицию в чемпионате. Но попытаться, я думаю, стоит. Больше десятки в одном повороте проиграл. Каким-то чудом полторы десятки отыграл, и этим же чудом и проиграл их. Саш, после гонки долго не веди стрим, сразу войс тогда. Есть о чем поговорить. Ну, мне это... Окей, ладно. Мне интервью надо будет дать с гонки. Опять нас вырубят, да. Ну, давайте тогда... Ладно, сейчас гонку доедем. Мне бы просто хотя бы понимать, сколько мне надо отыграть. Потому что я еду вот так сам с собой, борюсь со своим временем, тяжело. Когда ориентира нету, цели. Что расскажешь на интервью? Не знаю. В зависимости от того, каким я доеду. Так, да, прошел Жолобова. Ну, Даниле не хватит. Или хватит. Или хватит. Ну, учитывая, что там половина машин в топ-10, даже больше, это Simwayr, поэтому они там Шеверталова пропустят, и все.
И плакала Данилина Надежда на третье место в чемпионате. Садырову, ну смотрите, вот к примеру, он заливает, ну 20 литров, да, 7 секунд, то есть это мне надо было после моего пит-стопа отыграть у него 23 секунды, потому что мой пит-стоп был 30. Я как бы... Заранее ничего не говорю, но звучит так себе, да? Я как бы реалист, поэтому не сильно в это верю, что у меня это получится, но... Говорю я это, и пролетаю торможение. Почему 10 секунд? Если разница между нашими пит-стопами 23. Все, это начинается стадия гонки, когда время начинает двигаться в 10 раз медленнее. И эти 20 минут будут самые длинные 20 минут в моей жизни. Получается, не знаю. Ну это просто у Бентли такой расход, как бы тут ничего не поделаешь. Хотя у меня была идея до гонки, было у меня лично два варианта. Drive-thru 67. Лично у меня было, ну, два варианта. Это два стента по 45 минут со сменой резины. Ну, в целом, что я и сделал. Либо сделать, как он, заправить полный бак и в конце, типа, долить. Но проблема в том, что... Ну... Я бы был просто медленнее. То есть, к примеру, Бентли там надо на всю гонку 140 литров, наверное, не знаю. А мне 180. То есть я бы был медленнее все равно, чем Бентли. Получается, ну, против Бентли нет приема. Конкретно вот в такой гонке, где нету, ну, час 30 и нету стратегии. Нету обязательных пит-стопов или... Обязательных, обязательной смены резины. О, тихо. Но он только выезжает, не. Окей.
Он мой. Набрал резко темп. У меня еще топливо до хрена лишнего. Да, блин, времени мало. Слушайте, ну, для резины, который час, почти час 20 в него, он очень хорошо едет. Так, ладно. Надо додавить.
Да, теперь недолгие. Теперь время быстро начинает идти. Четыре один один, это кто? А, это вам еще понятно. Откуда темп у него? Я уже не могу. Он ускоряется, а я замедляюсь. Как будто у него там у резины, я не знаю, там вторая жизнь, второе дыхание. О, он здесь ошибся. Давай, давай, давай. Все, ни одной ошибки вообще нельзя допускать.
конечно, я ошибся. Саш, все в твоих руках. Давай вперед. Блять, я и так знаю, что в моих руках все. Сори, конечно. Это нормально. Это... Все гонщики по радио так ноют, когда им что-то говорят. Thank you.
Саша, жить. Жить, друг мой. Сюда. Собираем. О, да, жесть. Вот это гонки, чистые гонки, с уважением друг к другу. Ой, блин, спасибо ему, что он чисто боролся. Блин, какой кайф, просто какой кайф. Ой, жесть. Блин, вот такие гонки бывают, не знаю, раз в год, наверное. И даже если не решалась судьба титула, все равно это было принципиально. Саша, ты живой, Саш? Да. Саша, я поздравляю. Ты... Жаль, матом нельзя выражаться, ты легенда. Наша команда — это просто легендарная команда. Спасибо. Я считаю то, что произошло в этом чемпионате, не напрасно. Вот, и мы все сделали правильно. Мы не допускали ошибок глобальных. И мы старались играть по правилам. Вот, поэтому мы... Как мы? Вы. Огромные молодцы. Вот. Вы мутанты. Особенно Олег сегодня. Это просто... Не, Олег просто... Я ехал, смотрел, что там сзади происходит с ним. Думал, господи, как он живет. Мы в лес, смотри, в ряд. Я был посередине, я думал, я погибну. Саш, знаешь, в чем прикол? Это самое забавное, что я сегодня вообще слышал за день. А то, что, оказывается, Олег специально сдерживал. Че? Вот, и вообще мы сегодня все специально сдерживали. Кого? Всех на трассе сдерживали. Не, ну, это не, это понятно. Понимаете, они как бы проиграли. Им обидно, типа, что, бывает. Ну да, да. Это как... Не, ну я, конечно, понимаю, что они меня, наверное, высоко ценят мой темп, но вначале я ехал полностью. Ты не третий, да? Третий? Третий Шеварталов сошел. Надо сейчас будет посмотреть, что там было, на самом деле. Там у нас, мы с ним сильно ударились на прямой. Я, кстати, ехал, у меня было 20 секунд до мага последние полчаса. Ребят, я быстро стрим закончу, вернусь к вам. Давай, ага.
Не, Олег просто. Понимаете? Это перец. Только в ЦЦ. То есть, если бы не Олег, то, ну, сами видели, то Садыров бы просто уехал. То есть, там был бы разрыв гигантский. Я бы его не догнал. А из-за Олега я догнал. Просто хотелось уже на финише... хочется борьбы, хочется... А то я еду, чувствую, будто мне победу отдали, знаете? Будто мне повезло, будто я какой-то везунчик. И я хотел хоть побороться за что-то, чтобы показать, что я, ну, хоть бороться за что-то умею. Круто, круто. Я так... Я, конечно, извините, что я там не орал, там, не махал руками, но у меня улыбка до ушей, я прям... вот ради такого я вообще симрейсинг вообще люблю, безусловно. Ребят, обсуждать, смотреть реплеи я буду завтра на своем Twitch-канале, потому что я не хочу здесь, да, вываливать говно, чтобы все его видели, да? Не хочу обсуждать все эти темы. Я это сделаю на отдельном канале, где, ну, где как бы никто мне ничего сказать не сможет. Поэтому гонку я завтра реплей посмотрим. Потому что я сейчас, ну, закончу стрим и интервью дам еще на трансляции. Поэтому завтра, если что, на Твиче в 7 вечера. Приходите в 7 вечера. Все, я очень доволен. Я просто молился, что ничего не отвалится. Ни педали, ни руль. Все сработало, интернет не отвалился. Просто, ну, большое спасибо. И жаль, что такое случилось с Шеверталовым. И пусть они говорят то, что специально... Я их понять могу. Они проиграли. Просто кто-то умеет... кто-то может принять поражение достойно, кто-то не может. В этом, ну, ничего такого нет. Я не буду это осуждать. Поэтому, конечно, им обидно. Конечно, они видят вокруг себя подвох. Ой, эти меня блокировали. Ой, этот специально меня развернул. Ой, эти договорились. Это понятно все. Поэтому я могу лично сказать... что я только за честную борьбу. И я никогда не говорил своим сокомандникам и никогда в жизни не буду говорить, кого-то специально убрать, с кем-то специально столкнуться и так далее. Сдерживать — это одно. Сдерживали мы в СПА. Здесь мы все ехали сами за себя. Более-менее. Вы сами видели, я во время гонки ничего никому не говорил. Поэтому... Все, ребят, большое спасибо. Я, ну, реально... Счастлив. Я даже сейчас рад не за победу в чемпионате, а за вот эти последние круги. Это просто. И Садырову большое спасибо, что, ну, хоть у него, ну, было уважение, да? Хоть он там не выбивал меня, ну, там, не выдавливал с трассы. Там, когда заходили бок о бок, оставлял место. Ну, с такими классно ездить. Таким можно довериться. Особенно, когда на кону победа. Да, поэтому и Данилу поздравляю с третьим местом, тоже красава. Я, конечно, не знаю, мне было тяжело следить, что у них гонки было, но красавчик, заслуживает, безусловно. А с одной стороны, конечно, жалко, да, Шеверталова, там 5 секунд дали, здесь 5 секунд дали, выглядит, будто весь мир против него, но... Садыров третье место. Блин. Да, Садыров. 3 очка. 3 очка. 3 очка.
3 очка. 283. Даже факт того, что я его обогнал, ничего не, ни на что не повлиял. Все равно круто. Жалко Данилу тогда. Но все равно круто. Все равно, ну... Не знаю, что сказать. Все. Я пойду на транс... Я пойду на... Господи, на интервью. Заходите на официальную трансляцию, я там сейчас буду. Все, ребят, всем большое спасибо, всех обнял. Всем хороших выходных, с наступающим Новым годом. И увидимся здесь, в ближайших соревнованиях СМП Racing Esports. Спасибо большое за...